Всем привет-привет! У нас сегодня 26 июля, 23:00. О, привет. Привет! Ты куда такая нарядная ночью? В Египет. В Египет? Да. Мы летим на море? Да. У нас же собраны чемоданчики. Даша выпросила в дорогу у папы. Беспроводные наушники. Да, довольная как слон. Сейчас ждем, нас заберут и едем в аэропорт. Да, Дашка рада. Я хочу попробовать повезти чемодан. Ну, сейчас попробуешь. Юля, держи чемодан. Юлин чемодан. Вот. Давай. Сейчас они еще приедут. Шуля, как твои ощущения? Класс! Прилетели в аэропорт. Сейчас ждем наших еще. Приехали, да, приехали, простите. Ждем наших и пойдем оформляться. Ребята, я могу. Мне по моему настроению холодно, но мне тепло. Да, ты просто волнуешься. Наш папа. Папа, скажи привет. Привет. И Юлька. Меня снимешь? Вот это Юлька. Куда ты? Наоборот. Переверни. Переверни телефон. Это Юлька. Наши приехали. Витёчек. Бабушка. Оля. Привет. Привет. Красавчики. Ну что, готовы? Да, готовы. Очень сильно готовы. С вилочкой. Ребята, мы уже прошли весь контроль. Вот теперь будем проводить время хорошо. Ждать нашего самолета. Да. Все хорошо? Сейчас посмотрим, что здесь есть. Да, да. Давайте мы вам, возможно, поснимаем, если получится. Хорошо. Кстати, мы с Миланой будем рядом сидеть. Да, так получилось, да, что рядышком? Да. Я взяла с собой фломастеры и пупы. Угу. Занимаюсь. Хорошо. Зашли в Дьюти Фри. Дашка здесь рассматривает какие-то сюрпризики. Пошли дальше, посмотрим еще. Пойдем. Пойдем. Ну что, довольна? Показывай, что купила. Тролли. Тролли, я вас в самолете открою. Хорошо, давай. Ты, мама, садись, не бойся. Садись тогда ты посерединке. Нет. Это телефон, это страница. Ну что, мы уже в самолете, да? Да, мы уже в самолете. Сейчас ночь, поэтому в окошке ничего не видно. Мне видно. Видно тебе. Ой, ребята, мы будем в небе. Мы полетим через Россию. Да. Ты рада? Да, а там вот Миланочка, я ей даже руку могу просто... Угу. Как ты и хотела, да? Ирка. Привет, Миланочка. Полет. Надо было раньше подняться. Что это?
положи назад. Мама, ну мне там завтрак, водичку в самолете. Так, что у нас здесь? Овощи, сыр, хлеб, зефирка, сок, соус там, салфеточки. И здесь горячие макароны с котлеткой куриной, да? Давай покажу. У тебя тоже самое все, да? И морковочка там, да? Вот. И у Даши тоже такой же здесь набор. Ой, вот так. Вилочку. Приятного аппетита. Кстати, нам такой же набор давали в аэропорту, когда мы сидели, долго ждали самолет, да? Да. Приятного аппетита. Да, посмотрите, Даша купила себе в Duty Free вот такие сюрпризики. Специально, чтобы открыть, да, в самолете? Да, мы уже покушали. Покушали, да, теперь можно и сюрпризики пооткрывать, посмотреть, что там у них внутри. Шоколад на столик, хорошо. Аккуратно шоколад, открывай над коробкой. Ой, вкусно тебе. Открывай.
скажем, никакое оно. Сейчас фокус. Ой, какое классное. Оно еще и на ножках. Ребята, мы идем на посадку. Смотрите, какое красивое море. Пять часов мы летели сюда, да, Рашоня? Пустыню увидела в Африке. Ребята, нас уже забрал трансфер. Дашуля, на машине. И мы едем в отель. Погода у нас фигит. Сейчас температура воздуха сейчас фигит. 34 сейчас. Мы прилетели. А температура моря примерно 26. Поехали с нами, да? Ребята, какая красота. При входе, да? Нравится тебе? Идем регистрироваться. Ребята, а у нас заселение будет только через полтора часа. Нам уже одели браслетики. У нас красненькие взрослых. Дашки салатовые. Подходят под ее ногти, да, Даш? Покажи, покажи ногтики. О, видишь, как тебе подходит, круто. А мы сейчас пока пойдем пообедаем. Вообще да, рядышком.
какая карта тут? Вот это белая, да? Стройка. Заходим. Заходим. Ну вот как ты хотела. Сейчас, секунду. Иду. Сеньки. Спасибо большое, спасибо. Все. Посмотрим. Бассейн. А где кондей? Вот, наверное, что-то. Где? Что у нас здесь? Телевизор. Кровать, диван. Что у нас здесь еще? Так, смотрим. Туалет, душ и шкафы. Переодеваемся и идем сейчас на море. Купаться. Балкончик вот такой. С видом на море. С видом на море у нас нам снова. Нам вообще рядом идти. Да, видите, как здорово нам. Очень нам хорошие номера. Вон море. Вон море, видишь? Даша, ты рада? Да. Пошли быстро переодеваться. Давай, на море пойдем, да? Да. Ребята, мы пришли на море. Как же здесь круто. Здесь есть вот кораллы, там рыбки плавают. Дашка, вот там на другом, на прозрачном, плавает с папой. Оля, Милана, Юля. Милана на подчике. Вот там Юля. Короче, крутяк. Вышла немножко поснимать, чтобы показать. Просто шикарно. Просто шикарно. Ура, тебе его реляриться надо. Эй, надо супер! Ура!
конечно, не страшно. Я обожаю кататься. Поедешь еще раз? Ребята, идем на ужин. Уже включается, начинается подсветочка. Это дискотека. Наверное, да. А сейчас? Такое водное шоу. А сейчас идем кушать, да? Да. Ой. Кушай. Мы уже поужинали и решили немножко пройтись отдохнуть. Смотрите, какая красота здесь вечер. Просто необыкновенно.